Когда разорили библиотеку Див Мортлейки, мы потеряли много знаний. Остались крохи. Чтобы их понять, нужно быть Див. Это гиптограмма Див. Символ единства четырех элементов с алхимией, магией и наукой. Для нас это ключ к тайному знанию. Теперь у тебя инфракрасный фонарь. Ищи знаки. Отлично.
Достаньте свою карту. Официально этого места не существует. Положите на инфракрасный фонарь. Ищи знаки. Они приведут тебя к бункеру. Посвети инфракрасным. Может, и этот удастся взломать.
Добро пожаловать в нервный центр воронов Ди. В буквальном смысле. Чума сумела напугать даже нас, а мы ее ждали. Представляю, каково обычным людям вроде тебя. Мы пытались предупредить людей. Наш лучший спец добрался до королевы, но его не послушали. Джона бросили в психушку. Там он и пропал. Енохианский алфавит. Такими символами Ди общался с ангелами. Вороны давно перевели их. Ты тоже научишься их видеть и понимать. Выходит, Джон Ди изобрел шифры. Он, кстати, был первым профессиональным шпионом. Письма королеве Елизавете он подписывал 007. Почти готово. Попробуй набрать код. Это 7 колоколов. Пора, беги на крышу! Обойдись пока без меня. Я крыло один. Нет посадки, повторяю. Посадки нет. Попробуем забрать вас с крыши. Ждите. Беги же! Уходим отсюда! Живее!
Очистить крышу. Вот он. Зачистить местность. Бегом. Береговой охраны. Мы не сдадимся. Клянусь. Я что-нибудь придумаю и вызову тебя, слышишь? Клянусь печатью Бога! Я слышал разговор по радио. Дело плохо. И вороны улетели. Как и предсказывал Ди. Слушай, я знаю, что ты не поверишь, но я не злорадствую. Я понимаю. Ты хочешь вырваться, бежать без оглядки. Но все не так просто. Посмотри с другой стороны. Ты все еще здесь живьем. И я тебя не брошу, что бы ни случилось. Но не думай, что хуже некуда. Есть. Искат, если не можешь бежать, просто ляг и умри. Запас сил должен быть всегда. Ох, чтоб его. И
Генератор нужно заправить. По-моему, пора навестить Викрама. У Викрама заправка в Шордиче. Он живет этажом выше, не ошибешься. Заперся в квартире и уже неделю снабжает выживших топливом. На территорию придется прорываться. Но как дойдешь, скажи, что ты от живого.